И с министром транспорта он уже, наверное, уехал, но он тут был. С исполняющим обязанности министра транспорта мы уже обсудили. Решать проблемы дорог города Ачинска без вывода отсюда транзитного транспорта следующего по федеральной дороге не совсем эффективно. Поэтому первое, с чего мы начнем, и я получил подтверждение после того, как меня закрепили Турена, что мы уже обратились в Росавтодор. И Росавтодор, сейчас мы с ними отрабатываем, планирует включить глубокий обход города Ачинской федеральной дороги в ближайшую неделю. Сначала корректировка проекта, потом строительный монтажный работы.